обращаться к Валентине Николаевне Васенковой, специалисту по методике клубной работы муниципального автономного учреждения культуры Кировский городской дворец культуры. Валентина Николаевна Васенкова работает в Кировском дворце культуры больше 30 лет. Еще с юного возраста женщина занималась коллективом ДК и поэтому в будущем решила посвятить жизнь данной сфере. Валентина считает, что клубный работник – это зов души и сердца. На сегодня у меня уже 3 года клуб для людей старшего поколения, волонтерский. У меня несколько объединений, 11 на сегодняшний день. У меня и дети военные, клуб национальных культур, инвалиды-дети. Вот, потом волонтеры, просто которые помогают людям, гражданам. Награды удостоилась не только Валентина, но и другие работники культуры. Лучшие специалисты из самых разных муниципалитетов Мурманской области получили благодарности и премии губернатора. В этом году их 13. Если народ утрачивает свою культуру, то ни сильная экономика, ни мощная армия такой народ не спасет. И у России всегда была сильная культура, и это как раз формировало сознание, которое позволяло во имя страны, во имя своих близких, в том числе, жертвовать собой. Поэтому это очень значимая отрасль, и всех тех, кто отдает себя этому делу, вот с праздником и, конечно, пожелание здоровья. Заключительной частью программы мероприятия стал концерт, посвященный Дню работников культуры. Валерия Гринь, Светлана Ирковская и Павел Третьяков, ТВ-21+.